Исполнилось 25 лет со дня основания православной классической гимназии в Тольятти. Четверть века назад учебное заведение приняло первых учеников. Тогда их было всего 25. Сегодня гимназия насчитывает несколько сотен воспитанников, как отметили юбилей в материале Галины Ледвиной. Современный Тольятти представить без православной гимназии невозможно. За четверть века духовная школа стала узнаваемой, создала традиции, влюбила в себя не одно поколение родителей и учеников. Сердце гимназии – домовый храм в честь всех святых в земле российской просиявших. В день праздника здесь совершали божественную литургию. Молились учащиеся, педагоги, родители и попечители православной гимназии. Богослужение возглавил протоиерей Дмитрий Лескин, директор православной гимназии. Создание такого учебного заведения, единственного в регионе, в 1995 году было именно его инициативой. Сегодня, кроме основных предметов, в стенах православной школы углубленное изучение английского и итальянского, богатая культурная жизнь. Гимназисты занимаются музыкой, хоровым пением, участвуют в фестивалях. Детей приобщают к литургической жизни церкви. Гармоничное сочетание светского образования с нравственными идеалами христианской веры – это то, что привлекает к школе. Была уверенность, несомневающаяся вера, что это нужно. Нужно для возрождающейся России. Нужно для каждого из нас, что здесь, в этом месте, смогут возрастать дети Богу на славу, родителям на утешение. Церкви, Отечеству на пользу. Сегодня в стенах православной гимназии реализуется модель непрерывного образования от детского сада до института. Этот опыт назвал уникальным для всей страны Владимир Путин, несколько лет назад приезжавший в Тольятти. За 25 лет в стенах гимназии побывали два патриарха – Алексей II и Кирилл. По окончании литургии протоиерей Дмитрий Лескин поблагодарил всех, кто поддерживал православную школу все эти годы, и отметил, что гимназия только в начале пути. Пространство, которым мы призваны свидетельствовать о Боге, о России, о совести, огромно. И оно очень-очень в незначительной степени возделано. Мы все занимаемся с вами огромным, большим священным делом. Это просветительство во Христе. Нашим девизом являются слова священного Писания: «Свет Христов просвещает свет». Это путь, истина и жизнь. И если мы найдем дорогу ко Христу Спасителю, значит, найдем или уже нашли дорогу к подлинной правде, к подлинной истине, к подлинной красоте, к подлинной святыне, ради которой не страшно умирать и радостно жить. Для огромного числа детей гимназия стала родным домом. Ее создатели поздравляли с юбилеем нынешние учащиеся, а также ее выпускники. В день рождения любимой школы на площади перед храмом совершили благодарственный молебен. Гимназисты и духовенство пропели тропарь своим небесным покровителям, всем русским святым в земле российской просиявшим. А в Поволжском православном институте в честь 25-летия православной классической гимназии прошел праздник колокольного звона.